Когда ты работаешь в коллективе, то не факт, что песня, придуманная тобой, когда ты ее принесешь, окажется именно той, какую ты видел и слышал, потому что у каждого уже есть свои эмоции и свои взгляды. Вот была когда-то написана моя песня, называлась она «Дверь в лето». Она, на мой взгляд, была достаточно позитивной, о чем-то таком свете в конце тоннеля, я не знаю. Замечательное произведение Роберта Хайнлайна, тоже «Дверь в лето». Вот. Но принеся ее своим парням, они ее всю переглаздали, переработали, перерезали, написали совершенно иную аранжировку. В итоге из «Двери в лето» получился рэквием. Вот так вот категорично. Есть у рэквиема. И потом к рэквиему, да, уже на основании того, что вышло, получился некий эпиграф. Камнем в птицу бой. Перламутром будет ей январь, перья утром снегом засыпать, а небо покрывать тучами. Мерный стук в ушах. Я умру сегодня. Где-то в камышах под корой болота тихая душа тихо засыпает. Ангелы мои все покрылись мхом. Нет ограды дней, время бесконечно. Прорастет на мне черная овечья шерсть. А в потолок будут упираться косточки ветвей. Слышишь, раздается стук моих копыт в голове твоей. Реквием. Заболеют разлук злости, алкогольным туманом комната. Слова взвешены гвозди, подзерошен глазами без золота. Теплому ветру.